Как? У вас собаки нет? Кто же будет вас чуть свет? Кто выводит вас гулять? Учит хвостиком вилять? Лечит вам радикулит? Если скучно, веселит? Нет собаки, вот те раз. Может быть, собака вас где-то очень-очень ждет? Час, и два, и день, и год, или даже много лет, а у вас собаки нет. Это у нас щенок шестимесячный. Такая вот лапка, коротколапка. Зайка коротколапая. Будет маленькая. Очень красивая, с белыми носочками, скромняшечка. Такая вот скромняшечка. На поводке нормально себя чувствует, комфортно. Ну как, она такая сама по себе, немножко зажатенькая, но ходит на поводке хорошо. Да? Да, скажи? Да. Ты погладиться ко мне бежишь, а я тебя снимаю. А я тебя снимаю. Малышка. Ты такая малышка, Халюся. Такие вот носики, глазочки, ушечки. Да, скажи? Все. Все на месте у нас. Приезжайте, забирайте. У нас тоже щенок, 6 месяцев. Кто грызет поводок? Кто грызет поводок? Игривый. Любит все погрызть. Любит побегать, попрыгать. Суета! Суета! Какие уши красивые. Уши красивые, когда ставят. Вот какой собак! Ну какой замечательный собак! Просто посмотрите на эти уши. Какие уши шикарные. Лохматуленка. Ушастая. Умный мальчик. Умный мальчик. Какой умный мальчик. Ну, конечно, еще ребенок. Еще любим побегать, попрыгать, поноситься. Но он какой наблюдает за жестами. Что-то думает. Да, скажи? Что-то думает. Покажи свою мордень красивую. Да, вот такой, скажи, я красивый. Вот такой я красивый. Ох, ох, какой. Весь в процессе. Весь в процессе наблюдательный парень. Вот какие ушки на макушке. Маленький щенок, трехмесячный. Да. Где начинать? Постарше, да? Не три? Ну, в общем, будет она маленькая, потому что она у нас коротколапая. Да? Потому что она коротколапая и похожа на таксу по своему строению.
такая немножко смущается. Немножко смущается, да? Немножко боится. Но, кстати, такая, ничего, разошлась. Вышла, была более такая несмелая. А сейчас прям привыкла уже. Мы ее уже сняли только что. Такой носик у нас длинненький. Да, прототип такса. Ох, какой нос. Шикарный нос. Шикарная девочка. Надо брать. Девчонка готовится к фотосессии. Такая маленькая. Интересного очень окраса. Хорошая девчонка. Но такая красотка. Да, скажи, я красотка. Даже подтяжки великоваты ей. Целовательная. Целовательная. Заобнимательная. Такая вот. Так, это у нас Саня. Саня, очень красивый мальчик, необычного окраса такого, курцхарства. Такой холёсий танцор. Сколько ему? Уже начинают зубы меняться. Зубы начинают меняться. Значит, сколько? Месяца 3-4 ему, да? Даже ближе, наверное, к 4. Только что была его сестренка, очень маленькая. А Санька у нас... Мужик, он у нас побольше будет. Санек. Санек. Да, Санек. Очень игривый мальчик. Хорошенький. Санечка, покажись. Саня. Санечка. Такой вот пацанчик. Окрас вообще шикарный. Сань, ну ты красавец, ты в курсе? Это у нас девочка, 4-месячная, такая вот скромняшка. Это у нас 6-месячная девочка, маленького размера. Ушки у нее на макушке. Ну, прям совсем маленькая, совсем крошка. Тоже очень общительная, очень ласковая, аккуратная. Принцесса, да, Парвиз сказал. Прям принцесса. Очень похожа на принцессу. Ты принцесска? Так, 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 разыгрывается. Кто у нас тут разыгрывается? Да кто у нас тут разыгрывается? Ох, как разыгралась девка. Разыгралась девка. Это у нас девочка, ей 4 месяца. Мы ее снимали на земле, она уши вообще не показывала, как будто не было у нас ушей. А залезла на ручки, сразу уши появились, да? Скажи, у нас ушки есть, такие красивые. А фотографии с земли будут без ушей, потому что мы их сложили. Да, Заюш? Заюш! Очень спокойно, ну, больше от страха, конечно, она такая вся в себе. Боится. Не бойся, тебя никто не будет обижать, не бойся. Солнышко сладкое. Вот такие ушки, такая мордочка. Ну, вообще она такая миниатюрная. Я думаю, где-то до колена будет. Пушистик. Хороший такой пушистик.
Так, смотрим зубы. Это у нас пацан. По зубам нам. Так, ну это у нас бывший домашний щенок. Его привезли домашним, да, Парвиз? Из дома привезли. Больного, да? Привезли больного. Лечить не захотели. Рассказывай, Парвиз, рассказывай. У нас потом болели, а мы вылечили. Вот сейчас два прививка есть. Вылечили, поставили прививки. Папка Парвиз откачал. Да, скажи, хозяева не захотели лечить меня, да? Такое вот безответственное отношение к животным. А парень классный. Привели в порядок. Будем пристраивать. Да, ну, что-то такое, да, в нем есть. Будет крупный, скорее всего, пацан. Какой-то метисик. Роды для здоровья у кого-то были.